Молодая француженка спрашивает у своего доктора после того, как ее прооперировали и ее отпустило от наркоза. Доктор, скажите, а когда мы и мой муж сможем заниматься сексом после операции? Подождите, я должен взглянуть в свои медицинские книги. А что такое, доктор? Ну, просто вы первая пациентка, которая спрашивает у меня об этом после удаления миндалин.